Всем привет, ребята! И у нас тут посылка. Сегодня мы будем снимать распаковочку маленькую. Ну, давайте же начнем. Вот у нас есть ножницы. Сейчас мы будем открывать. Так, и вот там мои шляйки. Да, я уже вижу их. Сейчас они тут все вместе лежат. Давайте сейчас по одному я вам буду показывать. Эй, какие они няшные. Давайте начнем с вот этого волка. Пока всех их в сторонку. Вот, это первый. Скотч приклеился к моему столу. Вот, смотрите. Такой классный. Сейчас я его открою. Вот. Весь мусор на ту сторону. Вау. Пущу ниже. Вот. Вот это мальчик Шляйх, вот 2009 года. У него класс. Я думаю, может его назвать Клык. Но вы мне с этим поможете. Придумайте этим всем фигуркам имена. Так, вот это первый вот. Так, давайте дальше возьмем вот этого. О, щенок. Сейчас щенка посмотрим. О. Вот такого удобного размера. Такого, так, пакетики все вот в ту сторону. Так вот, Шляйх 2007 года. Я не знаю, я думаю, это у меня будет мальчик. Но придумайте ему имя, пожалуйста. Он такой няшный. Прикольный. Так, давайте дальше. И самое главное, это вот эта фигурка. О, она красивая такая. Сейчас, как ее тут открыть? Вот. Класс. Офигеть, круто. Еще пакетик, что я его в руках держу? У него подушечки такие классные. Прям не знаю, что еще сказать про нее. Все равно очень няшная, классная. Так, вот тут ничего не видно. Блин, только что сфокусировали. Вот, так. Не видно все равно. Ну, в общем, тут Шляйх 2007 год. Ну, няшка такая. Вот, смотрите, вот. На по сравнению, куда падаем. С далматинцем. Вот. Это девочка, да, и я тоже не знаю, как ее назвать. Придумайте им всем, пожалуйста, имена в комментариях. Да. Ну и на этом было все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.